Идет урок. Сейчас учительница Марья Ивановна детям говорит, ученикам своим. Ребята, у нас сегодня урок рисования. Кто у кого какие представления есть, можете нарисовать? Вовочка, а ну-ка, встань. Что ты можешь нарисовать? Вовочка, Марья Ивановна. Вот, говорит, смотрите, говорит, у меня, говорит, чистый листочек. Я вот тут черным раскрашу, синим тоже раскрашу. А вот тут точку прямо с зеленым ебану. Что она раз упала в обморок? Вызвали директора школы, завуча школы. Ей плохо, учительница. Еле провели ей чувство, она говорить не может. Спрашивает Вовочки, что ты сказал такое, Вовочка, что учительнице плохо стало, а? Да я ничего не сказал, товарищ директор, товарищ завуч. Я сказал, у меня белый листочек. Вот я черным, говорит, тут раскрашу, я сказал. Синим раскрашу. И зеленым вот тут точка и ебану. И опять учительница в обморок падает. Как директор увидел, что учительница в обморок падает? Да ёб твою, говорит, мать, видишь, от зеленого ей хреново. Возьми красным, ебани и все. Женщина приходит к врачу. Приходит к врачу, сейчас стучится в дверь. Врач оттуда, с той стороны. Входите. Открывается дверь. Доктор смотрит. Молодая женщина, вся избитая. Вся в синяках, вся в потеках. Ваш доктор испугался. Присаживайтесь. Она села. Что случилось? Рассказывайте. Она, доктор, я вас очень просто прошу, помогите мне, пожалуйста. Что случилось? Мой муж каждый день приходит пьяный. Он так меня избивает. Руками же бьет меня. Переходит ногами, начинает меня бить. Я еле стою на ногах. Он видит, что я на ногах стою. Он больше меня злится. Я не падаю. Он берет еще стулом меня, пока я не упаду на пол, доктор. Я больше уже не могу, доктор. Помогите, пожалуйста, мне, доктор. Он посмотрел. Ладно, все, не волнуйтесь, я вам помогу. Возьмете ромашку, отварите эту ромашку. Как ваш муж придет пьяный домой, сразу же полоскайте горло. Сколько раз он придет пьяный домой, столько раз полоскайте горло. Вы меня поняли? Да, доктор, я поняла. Но это поможет? Я вам гарантирую на все 100%, что вам поможет. Я по вам вижу. Спасибо, доктор. И она встает и уходит. Уходит, проходит неделя, проходит 10 дней, вторая неделя. Раз, стук в дверь, врачу опять. Доктор, входите. Раз она входит, такая красивая, такая цветущая вся. Ну, аж доктор встал, она, аж ему понравилась она. Сразу встал, стул подал, она села, присаживайтесь. А ну как, все хорошо, доктор. Огромное вам, большое спасибо. Вы как мне сказали, я так и делала. Сколько раз мой муж пришел, столько раз я горло полоскала. И он мне ни один раз пальцем не тронул. Вы просто волшебник, доктор. Чем мне вас отблагодарить? Супер просто, доктор. Доктор так посмотрел на него, посмотрел. Вот видите, как иногда помогает просто не пиздеть. Девчонка приглашает парня к себе домой. Ну там у них романтика, все дела. А у него живот начал крутить. Крутит живот, крутит. И хочет быстро пойти в туалет. И девчонка опередила его. Говорит, я сейчас зайду, говорит, в ванную, говорит, свой носик, говорит, попудрю. И выйду. А ты зайди, говорит, в комнату, подожди, говорит, меня, говорит, в комнате. И все, говорит, будет хорошо. Ну, говорит, я сейчас быстро, говорит, выйду. Но он ничего не сказал, постеснялся, говорит, девчонка, говорит, вперед пошла. Он заходит в комнату, живот у него крутит, смотрит. И раз увидел, такая мощная, большая собака сидит. Он на нее смотрит. Еще больше начал живот крутить. Он же не выдержал и там же и насрал в этой комнате. Говорит, если что, говорит, все на собаку, говорит, свалю. И пошел в кухню чай пить. Чай для себя такой довольный, чай пьет, сидит. Девчонка выходит. Говорит, что ты, говорит, в кухне, говорит, сидишь? Зашел, говорит, в комнату. Да ты чего, говорит? Я зашел, увидел, говорит, что, говорит, собака такая большая, испугался. Еле, говорит, вышел оттуда. Да, говорит, она, говорит, простая, говорит, искусственная, плюшевая собака. Чего ты, говорит, ее испугался? Да, говорит. Она срала, как настоящая. Мужик на гулянке гуляет, набухался. Просто слов нет. Дребезги. И уже должен уже выйти с гулянки, видеть на столе бутылка водяры. Эту бутылочку берет водяры, короче, открывает эту бутылочку и через горлышко раз пускает. Еще идет по лестнице, спускается, качается, спускается, взял бутылочку, поставил в задний карман и пошел домой. Идет домой, по дорожке захотелось присесть на лавочку. Садится на лавочку, только хочет сесть, получилось что-то. Сильно сел. Как сел, эта бутылка треснула и всю задницу ему все перерезала. Сделала гвоздику. Он приходит домой, весь перерезанный. Подходит к зеркалу, смотрит, все, вся задница, вся перерезанная, вся в шрамах. Берет лейкопластырь и начинает клеить. Все приклеил, пошел, лег, заснул. Утром рано его жена будет.
будет. Он просыпается, в чем дело, все? Слушай, говорит, мужу, говорит. Я тебе, говорит, одно только, говорит, скажу, говорит. Вот ты, говорит, пришел, говорит, нагулялся, говорит. Так поздно пришел, я тебе ничего не говорю, говорит. Ну ладно, пришел, пришел. Вся кровать, говорит, в крови, говорит. Тоже ничего, я тебе не скажу, говорит. Ради этого тоже замолчу. Ты только, говорит, меня одно объясни. Почему вся зеркало, говорит, в лейкопластыре, а? Сейчас друзья все собрались, сидят, обсуждают, разговаривают. И Вовочке говорят. Ты знаешь что? У каждого взрослого человека есть маленькие секреты. Их можно спокойно, с легкостью шантажировать. Ну, Вовочка прислушался, все, ничего не сказал. Возвращается домой, приходит, мать встречает. Вовочка, а ты голодный, что будешь кушать? А он на мать посмотрел. Я все, говорит, знаю, говорит мама. Она раз, глаза раскрыла. Сынок, пошла, взяла $20, ему дала. На, держи, молчи. Папе, смотри, не говори, понял? Он говорит, да. Говорит, хорошо, говорит, мама. Я, говорит, понял. Приходит отец с работы, заходит себе в комнату. Вовочка увидел, что папа зашел к себе в комнату, заходит в комнату, дверь закрывает. Отец говорит, ну что, говорит, сынок, как дела? А он смотрит на отца, говорит, пап, я, говорит, все, говорит, знаю. Отец посмотрел в комнате, говорит, сынок, молчи, молчи. Молчи, сынок, раз 50 баксов ему дает, в карман ставит. На тебе, говорит, в карман, говорит, 50 баксов, смотри, никому, даже маме не говори. Он говорит, не скажу, ладно. Но я знаю, говорит, папа, я все, говорит, знаю. Говорит, ну смотри. Утром рано приходит почтальон. Приходит почтальон, открывает Вовочка дверь. Почтальон стоит. Здравствуй, говорит, Вовочка. Он говорит, здравствуй, говорит, почтальон. Дядя почтальон. Вы знаете, говорит, что? Я, говорит, все, говорит, знаю. Почтальон посмотрел на Вовочку. Наверх, о боже, сумка выпала, на колени упал, руки раскрыл, по щеке пролилась слеза вся сверкающая и говорит, сынок, обними своего папочку, иди ко мне, родненький ты мой. В общем, алкаш попадает на кладбище, нахрюкался, так нахрюкался беспощадно и лег. Уснул возле какого-то бугорка. В середине ночи раз прокрутился во сне, упал в яму. А это яма, которого на следующий день кого-то должны были прийти похоронить. Раз проснулся в ночью, смотрит, бля, где я? Ну не может выйти из этой ямы, не может выйти, как-нибудь выкарабкался. Вышел, видит, какой-то мужик, взрослый мужик, копает киркой. Он посмотрел, говорит, бля, сейчас, говорит, напугаю, говорит, я его, я же на кладбище. Смотрит налево, направо, по сторонам, видит, какая-то простыня белая, порванная вся. Берет эту простыню, на голову цепляет и подходит к этому могильщику и сзади кричит, пугает его, А этот могильщик для себя копает, взрослый, опытный могильщик. Посмотрел на него назад, ноль реакции, опять копает. Он опять на него, раз, пугает его. Он опять, ноль внимания, опять копает. Это алкаш подумал, говорит, да ну его, к черту, да ладно, говорит, выйду из кладбища. И идет, выходит, чтобы выйти из кладбища, этот могильщик посмотрел, что он из кладбища идет, выходит. А этот еще и простыню забыл с себя снять. Этот могильщик бежит к нему, бежит, как добегает лопатой, как пизданет по чайнику. И вырубил. Вырубил и стоит могильщик и говорит, гулять? Гуляй, но за территорию не выходить, блядь. Василий Иванович и Петька сидят, скучают. Сидят, скучают сейчас. Василий Иванович говорит Петьке. Петька говорит. Давай, говорит, сбегай, говорит, деду, говорит, самогонщик, говорит, может, что-нибудь, говорит, сообразишь? Сообразит он тоже. Сядем, говорит, мало, говорит, развеселимся, ну, настроение придем. Ну, Петька говорит, все, говорит, Василий Иванович, сейчас, говорит, сбегаю. Через полтора часа приходит. Петька говорит, да ни хрена, говорит, у него, говорит, нет, Василий Иванович. Вообще, говорит, ничего, то я так ему сказал, то так, ничего нету. Да, говорит, ваш, говорит, молодежь, говорит, блядь, говорит, всему, говорит, учить надо, блядь. Пошли. Приходят деду. Здорово, дед. Дед сидит. Здорово, сынки. Значит так, мы из Единой России. Дед, ну и чё? Вот, говорит, пришли, говорит, проведут, говорит, тебя. Чё-то, говорит, у тебя, говорит, очень старая, говорит, хата, да? Дед, очень старая, очень. Значит, Петька, записывай. Деду, от Единой России, хата. О, дед так присмотрелся, говорит, откуда они взялись, такой радостный. Значит так, жена-то у тебя старая, да? Старая, старая. Сынки, старая. Петька, записывай. Деду, от Единой России. Молодая жена. Вау, дед такой кайфово приколулся. Говорит, вы мои родные. Вы
Да я вас столько времени ждал, открывает стол, они гуляют, веселятся, набухались. Еще и с собой водку. Василий Иванович, раз, говорит, это, говорит, дед, нам пригодится. Бери, бери. Все, говорит, ну я вас жду, если что, да. И в дверях что-то Василий Иванович, говорит, поворачивается, говорит, дед, говорит, ты такой, говорит, уже, говорит, старый, говорит. Может, говорит, у тебя, говорит, уже хрен не стоит. Да, конечно, не стоит, я ж старый. Петька, запиши ему. Хуй ему от Единой России, блядь. Мужик попадает в рай. Попадает в рай. И сейчас в раю все хорошо, тихо, спокойно, красиво. Кто-то стихи читает, кто-то поет красивым голосом. А этому человеку все было, все скучно, скучно, скучно. И раз он пошел к Богу и говорит, Боже, здесь все так красиво, все хорошо, но скучно, говорит, Боже, говорит. Что, говорит, можно такое сделать, чтобы скучно не было? Бог ему сказал в ответ, я могу тебе, говорит, на 5 дней отправить в ад туристической визой. Ну, и в течение 5 дней посмотришь, как, что будет, вернешься назад и все. Говорит, ну хорошо, а там, говорит, не страшно? Он говорит, нет, не страшно, увидишь сам. Раз он ему туристическую визу дал, он пошел, открываются ада ворота, он заходит, там гулянка, веселье, бабы, шмабы, чики-пики, авуе, гуляет с вещей рубля. Ну, сейчас его 5-дневная туристическая виза заканчивается. Он как попадает снова в рай, опять смотрит, опять все красиво, все тихо. Бежит бегом к Богу. Бежит к Богу, говорит, Боже, говорит, я, говорит, хочу, говорит, жить, говорит, в аду. Ну, говорит, мне там более нравится, говорит. Можете, говорит, мне, говорит, заявление я напишу, говорит, и подписать, чтобы я, говорит, был бы в аду. Ну, Боже, если ты так, говорит, хочешь, если так понравилось, пожалуйста, никаких проблем. Он ее подписал, его заявление, раз, и отправил его в ад. Открываются снова адские ворота ада. Он видит, там нету ни веселья, никого. Раз его черти встречают, да ну иди сюда, блядь. Через себя в котел, блядь. Огонь, костер разожгли. Охуеет, блядь, ёбашу мать, блядь. Я здесь на 5 дней, говорит, был, говорит, здесь ничего такого не было. Здесь гулянка была, чики-пики там, все, а чё за... А черт его там крутит, блядь, вилкой, говорит. Да ты, сука, говорит, ты, говорит, смотри, говорит, не путай туризм, блядь, с эмиграцией, блядь. В общем, встречаются 2 мужика на том свете. Один другому говорит, ну... А чего, говорит, ты умер? Он говорит, я, говорит, замерз. А, очень жаль. А ты, говорит, от чего умер? Я, говорит, от смеха умер. Говорит, как от смеха, говорит, умер? Да вот, говорит, был у любовницы, говорит. Звонок, говорит, дверь. Любовница, говорит, мой муж пришел. А я в панике то туда, то туда бегаю, не знаю, что у меня. Говорит, не переживай, подожди, стой. Спрячься за занавеской, говорит, спрячься, говорит, я сейчас, говорит, его, говорит, проведу. Раз она открывает дверь, дает мусор. Ведро мусора, мужу говорит, ну не заходи домой, это мусор, пожалуйста, выкинь, говорит, и возвращайся. И вот так я смылся, муж ушел, мусор выкидывает, я смылся. Ну и что? Ну вот, говорит, прихожу, говорит, домой к себе. Звоню в дверь, моя жена открывает дверь, дает мне мусор. Я все понял этот момент, я захожу домой, весь дом перерыл, все ищу. Ах ты, я говорю, такая стерва, ты такая, жена, в чем дело? Я смотрю, никого нету. Сел на диван и смеюсь, и вот так и умер. Он говорит, дубина, кто второй ему говорит. Заглянул бы в холодильник, оба живы остались бы. В общем, мужик умирает, глаза открывает и видит, где он находится, сам не знает. Ходит для себя один, никого нету. Ходит, тишина, спокойно, все в зелени, все мирно, все хорошо. И вдруг появился Бог. Он посмотрел, Боже, на колени встал. Боже, говорит, где я нахожусь? Он говорит, сынок, ты в раю находишься. Ты, говорит, не курил, ты не пил, другими женщинами не гулял, не воровал, ни людей не грабил, не насиловал, вот ты и в раю. Говорит, Боже, тут очень скучно. А говорит, а что ты хотел? Да мне просто, говорит, уже интересно, а в аду как? Пойдем, говорит, я тебе покажу, как в аду. Бог ему говорит. Привел Бог в аду. Открывает адские ворота, и он смотрит, что в аду гуляют, музыка, веселятся. Так кто гуляет? Ай, Вася, гуляка идет от души. Он говорит, Боже, я хочу туда. Он говорит, я не могу тебя туда отправить. Я же тебе сказал, ты не грешник. Ну, если, ладно, говорит, я могу, говорит, тебе, говорит, одно, говорит, твое желание, говорит, исполнить, Бог. Я тебе могу на 3 дня отправить снова назад. Вот за эти 3 дня ты можешь, если хочешь согрешить, ты попадешь в ад. Ты согласен? Он говорит, да, Боже, я согласен, в раю очень скучно. Ну, очень красиво, но очень скучно, мне одному тут. И раз, глаза открывает, видит дома у себя. Все стоят вокруг него. Папа вернулся, папа живой. Он начал гулять, курить,
женщинами гулять, стрелять, грабить. Одну женщину трахнул, чью-то женщину, вторую. И в конце уже остается третий день, видит, бабуля идет с хлебного магазина. Тихо-тихо, за углом дома. Он подходит к бабуле, ничего не говорит. Сразу бабуля раз, согинает ее, наклоняет ее, засаживает. И в конце приходит домой и умирает. Как умирает, глаза открывает, опять в раю, смотрит в раю. Говорит, боже, сколько я согрешил, говорит. Я эти три дня, говорит, грешил, говорит, чтобы, говорит, попасть, говорит, в ад, где гулялка идет, где веселение. А зачем, говорит, я опять в раю? Говорит, вот помнишь, говорит, бабулю? Помню, говорит, бабулю. Ты помнишь, что ты с ней сделал? Говорит, помню. Вот она тебя отмолила. Один мужик для себя ходит, ну ходит для себя и раз, встречает своего знакомого. А как дела там, туда-сюда, ничего, ты как, нормально, как у тебя? Там, короче, друг друга переговариваются, нормально, все сейчас. И этот говорит ему, слышишь, говорит, у меня, говорит, тебе, говорит, одна, говорит, просьба, ну. Он говорит, говори, что за просьба? Говорит, если, говорит, поможешь, говорит, мне, я твое добро никогда не забуду. Так, говорит, говори, говорит, слушай, мы же знакомы, ты что, не чужие, в конце концов. Слушай, я, говорит, сплю, говорит, женой священника. Слышишь? Говорит, ну и что? Он говорит, сейчас служба идет. В конце дня священник же должен вернуться, говорит, домой, понимаешь? Ты можешь, пожалуйста, максимум задержать его с часу до двух. Задержи его два часа максимум, пока я с женой вместе займусь, ну. Он говорит, ты что, это грешно. Я не могу такую вещь сделать. Но я тебя, говорит, прошу, как знакомый, близкий. Я не виноват. Она меня, говорит, подцепила. Я вот так, и вот так, мы очень глубоко зашли его сейчас друг друга. Уже очень сильно любим, его не получается. Она тоже развестись не может. Ну, знакомый посмотрел, говорит, ну ладно, говорит, хорошо, говорит, я знакомый, говорит, твой, ну, дружба как дружба, ладно, говорит, пойду, говорит, как-нибудь задержу священника. Идет он в церковь, приходит, служба заканчивается, он подходит к священнику и начинает вопросы задавать, ну, специально, чтобы время продлить, задают один вопрос, задают второй вопрос, задают третий вопрос, священник смотрит на него, отвечает на его вопросы. Ну, эти вопросы очень много стали глупых вопросов, очень много глупых вопросов стали. Этот священник на него посмотрел, говорит, слушай, говорит, что ты, говорит, хочешь от меня? Сколько ты мне каких-то глупых вопросов много задаешь, говорит. Чего ты ко мне, говорит, привязался, а? А этому стыдно стало. Все-таки он в церкви. Посмотрел влево, вправо. И уже так ему стыдно стало. И он взял и все, раскрыл все карты. И все сказал священнику. Вот с вашей женой знакомый встречается. Священник так улыбнулся и говорит, сын мой, поспеши-ка ты домой. Да нету у меня никакой жены. Нету. Беги! Спасибо! Не заходи! Если что...